Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Наконец-таки настал долгожданный день, когда нам сделали наши прекрасные каталоги растений от садового центра Европлант. Замечательный каталог, как я уже рассказывал. 250 страниц растений для северо-запада. Деревья, кустарники, хвойные, вересковые. Ну, практически полный ассортимент растений, которые хорошо будут у нас зимовать. Расти, которые вы можете купить в садовых центрах северо-запада. И у нас был конкурс 31 декабря. Кто в нем победил? 20 человек получат бесплатные каталоги. Вот мы сегодня уже упаковали замечательные конвертики с вашими адресами. И сегодня я отправлюсь на почту, чтобы наконец-таки вам их отправить. Но пока что отписались не все, поэтому, кто участвовал в нашем конкурсе, зайдите в наш ролик от 31 декабря, проверьте себя. Если вы в числе победителей, то вам тоже в ближайшее время будут высланы наши замечательные каталоги. Вот, но цветочек у меня тут стоит на столе неспроста. У нас как раз пришла новая поставка. И сегодня у нас еще будет обзорный небольшой тур по садовому центру Европлант, в котором я вам расскажу о новинках, которые к нам пришли. В том числе вот замечательный этот рододендрон Scarlet Wonder. Небольшой почвопокровный рододендрон, который вот достигает максимальной высоты около полуметра. Будет он, ну, примерно вдвое больше. А шире где-то 1-1,20 м. Растение не очень хорошо зимует у нас, но за счет того, что оно низкое, оно прекрасно укрывается и под сухим укрытием прекрасно перенесет даже более морозную зиму, чем у него заявлена морозостойкость. Она у него небольшая, минус 22 градуса, но под укрытием будет выдерживать и более сильные морозы. Мне кажется, красивое растение того стоит, поэтому я его поставил на стол. Ну, давайте, сейчас я с вами попрощаюсь, но вы смотрите обязательно наш следующий ролик, где будет обзор с площадки и увидите новые растения, которые к нам пришли. А так, поздравляю еще раз всех участников нашего конкурса, которые получат замечательный каталог от садового центра Европлант. До свидания, смотрите наш канал. Хочу перечислить имена победителей, которым мы сегодня отправим каталоги. Так, Горбунова Ольга Владимировна, Решетникова Татьяна Петровна, Тихонова Елена Валерьевна, Бадахин Андрей Николаевич, Афанасьева Ольга Викторовна, Евдокимова Валентина Александровна, Горелова Галина Тимофеевна, Люпина Елена Николаевна, Леонов Александр Юрьевич. Остальных победителей ждем. Ищите ваши имена, и вы получите тоже этот каталог.